Приветствую всех на своем канале, меня зовут Елена, добро пожаловать ко мне. У меня сегодня к вам довольно простой и очень вкусный рецептик. Будем делать с вами паштет. И как всегда, очень простые ингредиенты. Нам понадобятся яйца, нам понадобится тунец и нам понадобится сметана. Сметану любую, можно пожирнее брать, можно не очень. Соль, перец по вкусу. Нужно произвольно нарезать яйца. И помещаем их в емкость. Жидкость нам не понадобится, ее можно слить по возможности. Перекладываем сюда же весь тунец, он у нас куском, не измельченный, кладем весь. Сейчас как бы добавлять больше ничего не нужно. Яйца идут по вкусу, сметана по вкусу и соль, перец тоже по вкусу. Поэтому сейчас мы будем делать, собственно, паштет. Нам для этого понадобится погружной блендер или что-то другое, чем вы можете измельчить эту консистенцию, а потом мы с вами уже будем пробовать и смотреть, чего там не достает. Когда мы консистенции более-менее довольны, добавляем сметану. Можно добавить еще яйца. Я, наверное, добавлю одно. Одно яйцо. В среднем по рецепту нужно 6 яиц, 1 банка тунца и 3-4 ложки сметаны. Но тут все зависит от как бы размера яиц, от веса банки с тунцом, от жирности сметаны.
И сейчас я еще раз все это перемешаю с помощью блендера. И дальше мы будем с вами добавлять уже соль, перец по вкусу. Итак, консистенция получилась вот такая вот кремовая, очень красивый цвет и вкус тоже очень красивый. Пробуем и добавляем то, чего не хватает. Например, перец, соль, возможно, какие-то приправы. Я люблю поострее. И перемешиваем равномерно. Можно добавить немножко соли. Тунец, в принципе, соленый, но мы добавили яйца, поэтому немножко соль стралась. Пробуем. Уже лучше. Можно добавить еще немножко соли. Ну вот и все, наш паштет готов. Итак, друзья, с одной банки тунца у меня получилось две вот такие баночки. Здесь 180 грамм. Две баночки практически полные паштета и храним его в холодильнике. А вам приятного аппетита! Попробуйте этот рецепт, это очень вкусно и полезно. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте пальчики вверх, мне будет приятно. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!